Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл наших микропередач «Сергей Русских Север. Живьем для вас Анфас». Сегодняшняя наша встреча посвящена моим размышлениям по поводу того, насколько неожиданно порой судьба преподносит нам сюрпризы и встречи с людьми, с которыми вряд ли встретишься онлайн. Интернет, конечно, захватывает наше интеллектуальное пространство, наше коммуникативное пространство. Что с этим поделать? Ничего с этим не надо делать. 21 век, уважаемые друзья. Вы знаете, много лет назад, меня познакомила жизнь с замечательной совершенно женщиной Руфиной Мирской. Эта женщина просто вступила со мной в переписку, мы с ней общались. Она произвела на меня очень позитивные, положительные впечатления, как человек энергичный. И вот Руфина как-то изъявила желание издать мои книги. Она все сама организовала, сама корректировала мои тексты и издала две книги на собственные средства. Одна из них сборник стихов и поэм, а другая книга большая с романом, с беллетристикой, с прозой, с публицистикой, которая называется «Мужчина с биографией». Я очень благодарен судьбе за встречу с этим человеком по одной простой причине. Я знаю, что Руфина Мирская далеко не олигарх и даже не жена олигарха. Человек просто энергичный, деятельный. И, по всей видимости, она настолько прониклась моим творчеством, что сочла возможным помочь мне. И вот сделала такой огромный подарок для меня и издала мои книги. И сейчас вот один из первых откликов на мое творчество здесь, в интернете, вот на моей микропередаче, я получил от нее с просьбой спеть вот именно эту песню, которую сейчас для вас исполню с удовольствием. Песня из военного альбома «Руфина, для вас белая вьюга». Здравствуй, здравствуй, подруга, белая, белая вьюга. Ушла там маячить старшой караула, он слится, вся смена уснула. А как не уснешь, если в три по тревоге подняли, кричат руки в ноги. Комплект боевой и ночные дороги, и белая, белая вьюга. Толян с Костромы матерится, сегодня жена не приснится. Все точно так было на прошлой неделе, как нам марш-броски надоели. Товарищ сержант, я на всякий пожарный взял чаю две пачки и кружку. Мелькают березки, осинки, подружки и белая, белая вьюга. А там за рекой, за горами я встречусь когда-нибудь с вами. Наверное, живете вы где-то, где вечно зеленое лето, и даже не знаете, что вверх по сумке сейчас я карабкаюсь с другом. Комплект боевой, кружка чаю по кругу, и белая, белая вьюга, и белая, белая вьюга. Здравствуй, здравствуй, подруга, белая, белая вьюга. Подписывайтесь на канале. Я вам очень признателен за помощь и поддержку, за ваши вопросы. Буду стараться выполнять ваши просьбы и пожелания. Спасибо большое. Сергей Русских Север. Живем для вас Анфас.